спят усталые игрушки, книжки спят. Рота, подъем! Провожающим спать. Середина октября. О, 12 градусов. О, начало шестого. А мы в Темрюк, в разведку, на уточку. Спецоперации в Донбассе. С начала сентября на станции находятся сотрудники МАГАТЭ. Они прибыли туда с миссией после обстрела в территории украинскими войсками. Президент Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммед бен Заид Аль-Нахаян во время проведенных с президентом России Владимиром переговоров подтвердил готовность своей страны быть посредником между Россией и Украиной. Путин подчеркнул, что российская страна ценит усилия, предпринятые Объединенными Арабскими Эмиратами. 5.30 выезжаем. 5.30 выезжаем. Мы на заправочке Роснефтевской. Вот так вот. Как-то прохладно, 12 градусов. градусов, выехал из города, 6 часов. Предпринимателям уже предоставлено право оформить кредитные каникулы. Напомню, что этот закон подписан президентом Российской Федерации. Так, кредитные каникулы – это возможность не осуществлять никаких платежей в течение 60 определенного километров времени. Прошли. Этот период… Камеди радио. Камеди. Река протока. Камеди радио. Славянск на Кубани. Андрей, ты будешь верить? Прямо перед карантином я съехался. Это хорошо. О, уже 9 градусов. Возможно, сейчас Марина Магиша, наша... Вот и город Темрюк. Бозим. Два часа езды. Позитив – это, в принципе, норма. И мы уже состоялись. Мы уже после. Мы уже ветераны. 152 километра. Какое-то слово даже. Видимо, оно не мое. Видимо, ты подписан на волю. Это как с ароматом. Знаешь, когда ты его чувствуешь, то это не твой. А не чувствую. Вот, а я Бозим. Давайте я Бозим. Бозим мой. Бозим. Есть слово. Позитив. Музей «Военная горка». Самолеты, пушки, танки. Катера. Катюши. Торпеды. Вот мы уже и подрулили 15 километров вдоль моря. 15 километров осталось. А море сегодня... Море суровое. Вау. Вот там, за Темрюком, Крымский мост. Вот такое море сегодня.
гряда и закончилась. Пойдем вдоль моря. Барханы прям. Вот железный мост. Страшный железный мост. Так, и как мы его будем проходить? Тут очень-очень надо аккуратненько. Вот такое творится. Ну что, погнали! Я на Азовском море. Пару километров до базы остается. Вон здесь с гусями, с утками на море лазит в основном. И медузяки вот такие. Здоровые. Каучук. Силикон. С какими-то кромочками фиолетовыми. Много медуз. Ладно, поехали, постреляем.
Вот мы и прибыли на базу. Сегодня аншлаг. Но какое небо. Татуны, красотуны. Татунчики, красотунчики. Черный, иди сюда. Это мои друзья. Иди сюда. Тети красотун такой. Ой, друзья такие пришли. Вы мне тогда от кабана меня защищали. Такие молодцы. Докручиваем. Три вниз. Три вниз. Дотягиваем. И ушки. Ушки дотягиваем. Готово. Так, сейчас цепляем. Цепляем бока. Катамаранные сейчас. Тоже на ушках. Это. Ставим. А это романтика вот? Не, это самопаль. Так. Похоже тоже романтика такая. Привили. Готово. Можно ее. Все, шлюпки на воду. Ну что, выходим из базы. Красота. Вперед. Потихонечку. Сейчас 2,5 километра. И мы на своей подкове. На своем месте любимом. Вот у нас 2 ствола. ИЖ-26. ТОС-34. Будем испытывать. Вот я вышел на свой пятачок. И уточки пошли. Уточки. Почему вы мимо меня? Вот мой пятак. А вон лебедь засел. Охраняет мой пятачок. Ну что, ребята, давайте за работу. Будем вот так вот. Будем вот так вот ставим.
это вот туда, вот так. Девочку сюда. Ставим махокрыльчиков. Проверяем. Проверяем глубину. Ну да. Вроде должна держать высоту. Не, мало. Значит, надо переходники. Берем переходники. Заготовочки у нас вот такие. Вот такие вот. Мы их ставим вместо вот этой. Ставим нашу заготовочку. Вот такую вот. О, проверяем. О, о, как родная. Уточку. Махокрылочку. Вот так раз. Берем два крылышка. Крылышки ставятся. Раз. Два. Крылышки поставили. Уточку. Уточку ставим на свою дырочку. И накидываем резиночку. Все, накинули. Нажимаем кнопочку. И она заработала. Вот так. Вот. Вот. Одна заработала. Эти молодец, какая девочка. Тут. О, мальчик, вот те крылышки. Оп, на магнитиках. Опа, готов. Мальчик, готов. Вот так вот в дырочку раз. Лапки накинули. Лапку вперед. Вперед в полет. О. Работайте, ребятки. Работайте. Мы даже можем на моторчике зайти. Вот он наш пятачок. О! Как красиво! Как красиво мы зашли. Наша любимая поляночка. О, как мы в дебри наши залезли. Вот так. Все. Вон махокрыльчики работают. Заросло у нас хорошо. Вот мой пятак заросший полностью. Сейчас будем формировать. Но страшная новость тут внизу. Вот эта дорожка, сюда приходят ребята. Это какаши. Их много. Это кабаны. Вот те, здрасте. Вот моя доска. Кабаны сюда ходят. Ага, вон вытоптана. Дальше тропинка прям. Прям тропа вон. Как бы это с кабанчиком не встретиться. Что там моя дробь пятерочка? Как-то так. Вот мой пятачок. Вот он, как полуостровок такой. А вон тропинка уходит. Кабаны приходили. И они мне решили тут это, туалет устроить. Под люки.
Вот так это выглядит. Вот. Вот начинается. Вот кучки. Вот хорошая кучка. Ну, патроны уже мы. Вот, блин. Такие уже сухие. Поработали тут. Говнюки. Собираем причиндосы. Это у нас выставили высоту. Это сидушка, чтобы ноги не уставали. А это у нас подставка. Ой-ой, чайка выпендривается. Подставка пошла под ружья и патроны. Ее вот сюда сейчас ставим. Ну вот так. Допустим. Раз. Поставили. Берем стволы. Вот так. И вот так. Работаем с двух стволов. С четырех. Горизонталочка. И вертикалочка. Только что-то утки нет. Ничего, еще будет. Сейчас вечерочку дождемся. За час до темна пойдет. Вон, одну я прошлепал, а вон вдали парочка идет, мы ее сейчас. Вон оттуда парочка движется, может, ко мне подойдет. Где-то там. Ладно, подождем. Вон они на подходе. Вон они. Не хотят подходить. Вон стайка подкралась. Две даже подлетели, крутнулись. И вон они пасутся. Хитренькие. Четыре часа. В шесть темнеет. Надо перекусон. Солнышко уже наверх поднялось. Ветерок стихает вроде. Да, в 6 темнеет, 2 часа остается. И должно, чем темнее, тем больше должно быть уточки. Я надеюсь, еще кто-то подлетит. А пока надо перекусон. Вот такой вот. Курочки. Морковки там, колбаски. И чаечку влупить. Будем подождать. Должна быть, должна. Я верю. Далеко, далеко села.
установим мы маскировку сверху. Или вот с зеленью. Или вот это с камышом. И посмотрим, как она выглядит. Вот у меня такие тычка большая. И вот такие две такие телескопочки. Вот так выдвигаем. Вот так выдвинули. Раз. Болтик вставили. Вот так вот. Длинный гайка накрутили. У нас получился вот такой длинный. Длинная тычечка. Вот так вот. Ее раз. Сюда. Вторую делаем. Точно так же. Маскировочка у нас выставлена. На лодке вот такая. Что-то тут мелькнуло по пару штук. Быстро пролетели. Ждем-с. Есть контакт. Фу, две. Две взял сразу. Есть контакт. Фу. Третья. Фу. Есть контакт. О. Три утки. Вон. Раз, два и три. Пара подлетела. Потом еще штучки три. Вот тут с двух выстрелов дальнюю взял. Сейчас. Вон дальняя. Вот раз, два. И вон где-то вон третья. Вот так вот. Патроны взяли на всякий случай. Вон она пошла, утка. Вон пошла. Что, вылет? Ага. Ну что, это черки маленькие. Ну тоже ничего. Ну, на меня, на... Вон пошла. Фу, маленькие уточки, черки. Надо быстрее. Ой, какие... Черочек, уточка. Вот такая. Фу. Вторая уточка. Ой, это хорошая. Такая вот красавица. Ой-ой-ой-ой-ой. И вон третья. Фу. Вторая уточка. Ой, это хорошая. Такая вот красавица. Ой-ой-ой-ой-ой. И это хорошенькая. Вот такие уточки у нас. Вот что получилось. Две уточки вот такие. Один черок маленький. И вот как заходит у нас солнышко. Вот оно и уходит. Последние секунды. Все. А, я поймал закат и цаплю. И вот такое у нас творится под вечер. Стволы махокрылые, ребята.
Пойдете домой ночевать. А вы остаетесь. Заманивать будете ночью. Как-то так. Ну вот. Уже почти 6 часов. Пора потихоньку дергать в базу на ночевку. Маскировочку оставляем на утро. По темному придем. Ребятки, заманивать будете и ночевать домой. В машину. И вот такой красивый закатик. Прикольный. Все. Погнали. Потихонечку. Сейчас мотор запускаем. Ну там половину на веслах. Трава упавшая. Вот стихло, вот красота. Вот туда. Разбираем ребят. Магнитики сняли. Ночевать пойдете. Ночевать пойдете в машинку. Так. Каёбочка. Специальная каёбочка для них. Вот. И второй. И девочка еще. Хорошо поработала сегодня. Умничка такая. Поработала отлично. И завтра до обеда обещают без ветра. До обеда без ветра. О. Так что завтра еще есть надежда с утра погонять. Погнали! Возвращаемся уже по темному. Вот так. В 6:20 стемнело, сейчас 6:30. Меня чуть лодка не перевернула. Я не успел фонарик достать. Мужик летит, я машу, он не видит. Как-то так. Ну, вон еще. Еще видно. В базу! 19:30, 12 градусов. Мы тут пивко какое-то, хосин. Вот. О, 18:30 стемнело. Я как раз подошел к базе. Пока упаковался туда-сюда, спальник там готов. Сейчас чуть-чуть поперекусил, чуть отдохнул. 5, где-то 4:30, наверное, встану. В 6 рассветает, мне идти туда полчасика. Так что, ой, столько времени впереди. Баловаться будем. Набрал теплых вещей. А оно вон оно как. А оно тепло. Теплые вещи не понадобились. Вот эти куртки теплые. Камуфляжи теплые. За час до темна был лед. Минут 33 я взял. Но я балбес вышел. Я вышел на... Ну, чтобы собрать их, а надо было еще чуть-чуть потерпеть, я бы еще 2-3, наверное, завалил. Потому что я вышел, и вот так пролетало несколько штук. Ну, полчаса, и не так много их было. Так что
в целом, скажем так, все получилось удачненько. Коротаем ночь. Времени суток. Всем привет. Интернет берет здесь. Снова в Туве. На реке Бихем. Поднялись до стана. Сейчас покажу вкратце стан, на котором мы будем проживать. Здесь мы еще ни разу не были. Точнее, были, но не проживали. Круто. Хорошее местечко. И по рыбе здесь все хорошо. И с местом здесь все нормально. Уже столик сделали. В прошлом году его не было. Вот такая ночевка у нас. Столик можно будет здесь. В Темрюке. Готовить, да, столы у нас с собой. Юрий с Иринкой на подходе где-то. Смотрим кинушки по интернету. Подойти. Вот, 22, грубо говоря, 35. Теплеет, было 8 градусов, уже 10. Закладываемся в спальный мешок. Вот такой мешок дети присунули. Вот такой. О, крутой мешок. Крутой нафиг. Я уже в нем откисал пару раз на охоте. Вот так ножки вставляем. О! На молнию закрываемся. И дрыхаем. У нас еще подушечки вон какие. Воу-воу-воу-воу. Под голову. Вот так. Вот так вот. Закинем подуху. Отбой. Спать. Мы проснулись. 5 утра. 5 утра. И мы в бой. О. Вперед. Вперед. А нет, идет. Будем делать вот так.
11 часов. Лед был чуть-чуть с утра. Вот так у нас выглядит это все дело. Вот. А махокрыльчики. Кто у нас? Мальчик вон устал уже. Вчера 6 часов они работали, и сегодня 5. 11 часов. Вот. Мальчик устал. А девочка еще болотит. 11 часов. Ну, заявлено там 12 часов, по-моему. А вот первый раз я замерял, было 13 и 14. Но вчера ветер был, они сопротивлялись, крылья тяжелее вырабатывали. Так что, ну, где-то 11-12 часов молотят. Точный выстрел. Ага, теперь попробуй найди ее. Ну вот она. Нашел. Вот тетюшки. Вот так. Все-таки. Вот тут перекопал все. Она с краешку лежала на метр дальше. Фух. Ура! Нашел. Фух. Селезень. Ой, красавчик какой. Фух. Вот такое дело. Селезень. Четвертая уточка у нас. Фух. О. Солнышко поднялось. Лед редкий, редко летает. Вот моя заманушечка. Да я бабахнул вот здесь, она легла как раз вот под кусты, зацепила и ввалилась. Я там перекопал, а она с краешку лежала. Все, раз в полчаса одиночки проходят, и то мимо. 11:30. Будем собираться. Походу в том плесике можно будет постоять чуть-чуть, если хоть немножко будут летать. Если шугануть их, они еще перелетают. А так спячка у них. Рано еще. Собираем причиндосы. У нас столько всего. Ого-го. Вот у нас пошел сбор урожая. Все, девочка, ты хорошо поработала. Выключаем тебя. Вот так. Вот так. Так, магнитики собираем и тебя отключаем. Вот так. Ох, муляка какая. О, чисто. Тут девочка у нас. Девочка, иди домой. Девочка красавица, поработала сегодня. Да, травы ого-го. Что, ребята, в норке? Вот здесь до проходочки. На веслах придется. В проходках чуть глубже нормально. Пока, пятачок. До новых встреч.
Так, мы двигаемся. А впереди вон стая рыбы собираются. И с меляка уходят в канальчик. Рыбы. Рыбы. Вон она. Стаями ходит. Караси, лещи, тарань, красноперка, сазанчики. Тут сомы даже есть. Вот. Щука. Очень мало стало. О, что делается. О. Малька и всякой рыбы полно. О, пошли стаи. Возможно, уже и на моторчике пойдем. А вот так вот. А вот так. Вот так. И тут еще отмели. Ой-ой-ой-ой. Трава. Проскочим. Вот такое. Пока. Так веселей. Все равно травка везде умудряется. Заросло хорошо. Сейчас мы залетаем в базу. Вот у нас где-то 10 километров вот такой дороги. Вот такими ракушками, дикой природой. Капло. Сегодня море не сильно такое. Водичка чистая. Медуза. О, та же самая. И такое. Током не бьется. Полно медуз. О. И маленькие, и большие. По 2-3 на погонный метр. Ракушка. Все в медузочках. В воде нету. В воде нету, а по берегу аж вот такое вот. Ну и как обычно эти ребята дежурят за рыбкой. Вот такие вот ребята. Рядом сеточки. А тут вот такое вот бревно. Красивый берег. Прям можно идти вдоль воды. Красота. Пират, ты чё моих уток воруешь? Вот у нас селезень, уточка, черок, маленькая уточка, две вот такие. Ты чё там вытворяешь, Охотник ты мой. Ты мой охотник. Охотничек. Вот так. Красавчик. Селезень красавчик. О. Вон у нас красавчик. Пират, ты красавчик?
Вот у нас охотничек. Ты же ж охотник. Вот так, вот так, вот. Охотничек. Ты чё мне так уток ощипываешь? Ты мой клёсёвчик. Ты хищник, буду тебя на охоту брать. Клёсёвчик ты мой. Вот такой конь прям. Ты прям конь-попрыгун. Ой, напал. Ой, хищник напал. Ты молодец такой. Вот. Ты прям боец такой. Надо на охоту тебя брать, да? Ты мой козёк будет. А меня... Так, пора чистить ружье. По чехлам и сейфу.